Всем физкульт-привет! На сегодняшнем занятии мы будем изучать боковой удар рукой. Для изучения этого удара разделим на два этапа. Принимаем боевую стойку. Смотрим, внимание, на ножки обращаем. Ножки на одной линии у нас не стоят. Устойчивое положение у нас должно быть ножек. Ручки поставили. На счет раз делаем, приподнимаем пяточку, чуть поворачиваем таз, плечика, поднимаем локоть, вот в таком положении. На счет два мы доворачиваем пяточку, дальше таз и проходит дальше, то есть раз и на два делаем вот такое движение. Раз, два. Раз, два. Чтобы удар был сильнее, плечо не бьющей руки тоже отводим назад. Потом постепенно наращиваем темп и все делаем вместе. Удары могут руками быть, кулаком. Если близкая дистанция, то как стакан, так называемый. Или с доворотом, то есть бьем вот этими двумя косточками. Это если более дальняя дистанция. То есть вот сейчас на ближней дистанции стакан и на дальней доворачиваю. Замахи вот такие мы не делаем, потому что это бесполезно и вас противник видит. Он может принять или ударить вас, или защититься. Поэтому все идет, все ручки, удары все идут от головы. То есть подняли и пошел удар. Что одной рукой, что другой. Дома пробуем. Отрабатываем как можно больше все удары. Не забываем про разминку. И самое главное, мы тренируемся не для того, чтобы учиться драться, а для того, чтобы уметь защищать себя, свою семью, своих близких. До следующих встреч!